Лично командный чемпионат республики по масс-рестлингу на призы Гаврила Десяткина состоится в Якутске. Палку перетягивали около 400 спортсменов из различных уголков республики. Из них 110 женщин. По итогам соревнований формируется состав сборной Якутии для участия на чемпионате России. Напомним, масс-рестлинг активно развивается по всему миру. Сейчас в 47 странах есть свои федерации. Чемпионат мира этого года пройдет осенью в Якутске. Обычно сборная России, основной состав сборной России, выходцы из Якутии бывает. Поэтому тут интерес большой, конкуренция большая. Так что отсюда вырастает чемпионы, вплоть до чемпионов мира. Будет выявлен 8 команд, которые будут выступать за кубок, за командный кубок. Это проводит Федерация Республики Саха-Якутия по Мастер-Дыгы.